Sen diyorsun güneş yok. Bak sen ne kadar güneş, ne kadar insanlar. Видите, ветер у нас сегодня был. Анталии ветер. Подметать надо. Завтрак закончился. Мы все повыходили на бассейн. Ашкем, бурада. И сразу все позанимали. Хэ паэр мышлы, хэ. Йордун мысы. И все сразу позанимали. Видите, кто-то с утра уже пиво пьет. Люди приезжают сюда отдыхать. Здесь мы вчера фотографировались с Ашкемом. Ресторан барбекю. Челыш ёрмышем дык? Хаир? Покажу вам сегодня так все красиво. Все. Там тоже бассейн. Пивной бар. Ну и кушать тоже можно. А здесь вафли. Вафли из дёрбугуемия кашки. Тады на бакмак. Оличембе нас любимим. И потатэнс. Вот там дети. Площадка для детей. Наверное, платная. Вот да, херзаман чалыш миёрашка. Мы идем позавтракать. В принципе, благодарим Бога и Вселенную за то, что столько дней мы пробыли в тепле. Ой! Из-за семьи Урусболи Хава. Ты, Машка, сейчас вот идем в ресторан заспать, завтракать. Места есть, я думаю. Приятного аппетита. Ашкин баксен. Буйсюрум. Анашка. Хабиалач. Ау. А, катабак бурадашкин. Бирал без бирликта и джес. Да. Вот это хочу. Сиджакта. Гуал. Гюзель. Все. Хадыняшкин. Парча марча стерся, пача пача мача. Как получилось? Ешкин, он хочет пачу. Ой, как он севьер пачу. Зверя суджук. Давай, Ешкин, блин, идёчек ёрм. Biraz al ben diyeceğim. Neyse iki tane alıyorsun. Ve ikisi düşün. Daha neler al? Daha peynir alacağız, zeytin alacağız. Bitti mi yani? Hayır. Öyle mi sana? Şurada börekleri istiyoruz. Börek de можно. Şemlek kuşak. Sütlü yumurta. Aa bak sen aşkım burada da sade. Не вот обиты. Ашки, мене мене стермасын, мене мене. Не гель, больше не обдуль. Бурада. Ашки, юмурта да ал. Сен истемиорсун? Ой. Куда мы шестим? Короче говоря, друзья мои, я сейчас все это должна присоединить. Все, что осталось.
сыры придумывают в разных таких соусах, видите, с огурцами даже. Таджика я пробовала, даже грибы здесь есть, колбасы, это ветчина. Все, Светлана попробовала. О, теперь можно все сделать. Вот, бар пока не работает. Моя шкура где-то здесь сидит. Ашки, бей. Не я пьешься, Нашки. Не я пьешься. Чаич ты? А здесь девушка Рапунцель, на ее голос Сашкин Сач, да? Сач. Ну так нам весело у нас. Мы опять переоделись, потому что стало жарко, и мы решили походить вокруг, поискать здесь маниграм, банки зайти. Ашки. Такое мы место нашли с Ашкивом, мост, речка Вонючка. Отель спа. Очень много отелей здесь. Вот от Анталиум Элеганс. Это базар. Здесь базар. Видите, Мипа. Шопинг, базар. Решили прогуляться. Ну надо гулять, ходить после такой еды. Таким завтраком. Надо ходить гулять. Блогер никогда не отдыхает. Просто хочется расслабиться. Забыть про телефон. Ну как я могу забыть, когда вы меня ждете, мои дорогие любимые? Посмотрите, мы куда пришли. Тут очень много центров торговых. Оттуда вы пришли сюда. Все подделка. Оригинального ничего нет. Все в еврох. Вот. Видите, быстро, как продается алкоголь. Какой хотите. Все за ваши евро. Вот кашам, видите, Герёрзин? Виски, шмиски. Здесь, знаете, пиво, как Батуми. Батуми пиво. Бира, дырьми, пиво. Сейчас скрим сигару покурит и пойдем. Что я могу сказать, я уже про сигареты вообще забыла. Никакого нет желания абсолютно. Наверное, процесс прошел, но так хорошо. Когда спишь нормально, не думаешь об этом. Это все подделка. Красивая подделка. Немножко бузы. Стюарды когда? The silver with the gold. Yes, I have these. Inside? После обеда мы пришли в наш любимый бар, заказали себе коктейль,
такой ветер, порывами такой сильный. Я не знаю, какая завтра будет погода. Завтра мы в дорогу. Я думаю, что все будет хорошо. Нам, мы такие ленивые. Сейчас 3 часа, а мы уже хотим спать, потому что так наелись. Здесь какой-то программы такой интересной нет, только 8 часов начнется. Так что до вечера у нас свободное время. На море мы не хотим идти, на бассейн мы не хотим идти. Потому что надо было пойти, но не хотим. Так что вот как-то так, мои дорогие. Кайфуем от того, что есть. У меня настоящий отдых. Ни о чем думать не могу, только отдыхаю. Не о бизнесе. Я советую каждому из вас, кто-то следит за мной, взять храбрости и написать мне. Потому что я вам предложу то, что никто другой не предложил. Поэтому не буду много говорить в этом видео. Напишите мне. Мой телефон. +90 505 089 32 73. WhatsApp. Я жду ваших сообщений. В остальном в личку поговорим. Красивых, ярких. Видите, как красиво одет, красно одет. Я тоже жила раньше в одном городе, в одной стране, в другой городе, но такой, таких красочных людей не видела. Всех покажу вам. Отели. Сколько они пьют, сейчас колы пришли. Люди кайфуют, как и мы. Добрый вечер. Мы идем на ужин. Программа будет, поужинаем. Последний вечер, надо все покушать. Ой, так мне хочется в ресторан, как пойти, суши. Но мой Вашка, ну за что не идет? Вашка, еще юнут. Барбекю? Барбекю. Neden? Kapatmışlar. Yağmur afya çizsi. Ne yapacağız? Yemekhane. Herkes yemekhane. Aşlı koşuz. Ne güzel kedi. Yağmur mu aşkım? Yarın nasıl gideceğiz? Aa, baksın ben güzel iyi gideyim. Ama benim elbise gerçekten kaç yıl ben ne zaman giyiyorum. Bak karın kız bana bakıyor. Представляете, дождь пошел. Странно как-то нам завтра уезжать. Мы не хотим дождя. Сейчас тем более будет шоу у нас. Кошечек полно. Посмотрите, сколько много людей здесь. Тысячи людей, тысяча. Что нам сегодня даст? Мен чок истерм дыше ичмек. Aşkım, burada rejim. Burada çok bir şey ben güzel alıyorum. Bak. Görüyorsun ne etli, etli. Aşkım o не хочет это смотреть. Aşkım beni etli. Столько много вкусного всего. Как они любят рис. Смотрите, какая вкуснятина. Мы сейчас посмотрим, что тут вкусного. Не было. Стемнет. Мы не хотим балык. И это не хотим.
Что такое новое Катмери? Что? Ашкин, вы или Денис? Бу не? Катижан болмасы. Бу, бурада, бу. Сарай Катмери. Каршы. Алачас мы без еледим хич. Смотрите, что я себе взяла. Да-да, вы будете смеяться. Макароны. Какой-то салатик, который я еще не ела на столько дней. Мясо наконец-то. Это пирог из фарша. Вот эти манты не годятся. Поэтому я и макароны взяла. Бамья. Лимон. А вот это какой-то рулет с курицей. Приятного нам аппетита. Только людей кушают. И снова еда, еда. Посмотрите, какие вкусные мы сосиски нашли. А вот это что? Это тантуни, наверное, да? Посмотрим. Лидит ли тантуни? Ашкина, смотрите, курица. Салат. С праздником, приятного вечера нам. Наконец-то танцы! Oh,